успел ждать комментарий. Он сказал, что Хуан Мата на позиции с краю позволит нам, благодаря его скорости, противостоять быстрым фланговым игрокам сборной Бразилии. Потому что именно в этих футболистах, располагающихся на краях, будь то форварды, Халк или Неймар, но опасный момент, Фред, Неймар, и мяч в воротах, мяч засчитан, вторая минута, Фред, чем он забил? Как будто бы вот этой девяткой, которая начертана на его груди. Совершенно удивительный мяч и совершенно непредсказуемое начало. Слишком быстрое для действующих чемпионов мира и Европы. Бразилия открывает счет через минуту и 30 секунд после старта. Я не знаю, возможно, это самый быстрый гол финалов Кубков Конфедераций. Нужно будет уточнить, а пока давайте посмотрим. Халк выполнял достаточно интересную передачу на Оскар. И Халк в конечном итоге становится автором голевой передачи. Я думаю, что здесь при всех вот этих рикошетах и странностях, которые возникают, самое главное, что...